преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Белореченском отделе МВД прошла экскурсия для воспитанников детского сада. Детям рассказали о буднях сотрудников правопорядка и познакомили с самыми интересными особенностями их работы. Что малыши увидели в полицейском отделе, расскажем в нашем следующем сюжете. Сегодняшняя экскурсия началась с посещения мемориала, посвященного сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга и во времена Великой Отечественной войны. В Белореченском отделе внутренних дел ребята узнали, как организована работа полицейских, смогли померить каску и бронежилет и на себе проверили, как работает металлодетектор. С интересом дошкольники рассматривали кубки, полученные сотрудниками за победы в различных спортивных соревнованиях, а также слушали о том, чем занимается дежурная часть и какие задачи выполняет постовой, который встречает посетителей отдела. Во дворе ребят встретили кинологи, которые продемонстрировали умение служебных собак находить взрывчатые вещества и рассказали о том, как выращиваются и обучаются служебно-розыскные собаки и какие предъявляются к ним требования. Знакомство с животными произвело на детей самое яркое впечатление. Мне понравилось, как собачка искала взрывчатки в колесе, спрятали взрывчатку, она нашла, потом дядя давал ей колбаску, и эту собаку звали Кристина, она была белая. Когда собака нашла, она садится и показывает. Ребятам показали служебную технику и рассказали, какие функции выполняет каждая из машин автопарка. Познавательная экскурсия продолжилась в помещении отдела по делам несовершеннолетних. Там воспитанникам детского сада рассказали о том, чем занимаются сотрудники этого подразделения и кто попадает на учет в полицию. Здесь же дети поблагодарили полицейских, прочитали стихотворения, посвященные стражам правопорядка, и подарили открытки, изготовленные своими руками. Воспитатели проявили инициативу, попросили показать детям здания, рассказать, чем занимаются сотрудники, продемонстрировать служебных собак. Ну, мы, конечно, откликнулись с радостью, потому что очень важно, чтобы дети понимали, уважали его труд, потому что через свое понимание они донесут это и до родителей. Илья Никитенко, Сергей Чернецов, «События и люди».